опять затаился, блин. У него самое неудобное управление, хотя... Press start to begin. Всем привет, ребятосы, сити хейтеры песо, с вами, как всегда, Михос. Мы, типа, продолжаем играть в СА 2, в Sonic Adventure 2, и сегодня, как видите, я поменяла ракурс у камеры, теперь не будет светить солнце. Но, возможно, это ненадолго. Так как я еще пока на даче, но сегодня уже вроде бы уезжаю. Так. Сейчас. Они тут разговаривают пока. Hey guys, long time no see. I must have got lost in the mines. Окей, Наклз тут такой. Вышел отсюда, из-под земли. Блин, попугай летает. Это что ты делаешь? Выходи, Наклз. Блин. Окей. Позвони, чтобы найти Эггмана. Окей. Соник там говорит что-то. Мы с вами не америкосы, чтобы понимать это. Чё, опять сейчас за Тайлза? Фу, капец, нифига себе. А, Джейн нажимаем. А, у нас тут топливо типа, блин. У нас тут есть топливо, ё-моё. А кольца нам топливо поднимают? Сейчас посмотрим. Не знаю. Или это просто такие секунды? Надо бы как можно быстрее так проехаться. Так, давайте вот сюда быстрее. Ай, сучка. Ну ладненько, друзья, попытка... Смотря как, но в этот раз вроде бы попытка, сейчас не пытка. Так как это не сложно, так как было с Тейлзом в прошлой серии, я бы эту попытку не назвал пыткой. Так. Так, вот так едем. Текс. Оп, оп. Ну ёп. Так, друзья, дошел до туда, к там, где уже время добавляется. Почему-то теперь игра без звука. Быстрее, быстрее. Окей. Времени добавилось много, получается, надо, наверное, ездить много. Это, в принципе, логично. Так, опа. Чья-то тачка там едет. Ай, да блин. Так, сейчас скотина. Скотина, лять. Ать, надо поле притоптать, Кого там, Что это за такси? Это отсылка к игре. Это уже такой от Sega есть. Что это за... А, понятно. Мы его сбиваем просто нахер. Культурный лисенок, что сказать?
культуры в нем. Только пример брать и брать, просто брать. Брать этот пример, и больше ничей. Только этот пример, да, в принципе. Что за однообразное? О, города и страны появились на фоне. По крайней мере, дома тут всякие стоят. Это точно. Все так беззвучно. Так. Мы догнали этот лимузин и... Миссия пройдена. Ранг Е. Мы догнали лимузин какой-то. Девяточка, да. Что за лимузин? Мини-игра. Карт Racing with three courses is not... Мистер Президент, репорт шоу. Понятно, тут, короче, президент. Сейчас Соник будет встречать президент. О, какой президент. Так. Похоже, как будто это он говорит. Издали так моргает рот. Что за президент-то? На Трампа не похож. Капец, президентик едет. А, вот и Эггман. Эггман по ТВ 2. Эггман снова по ТВ. Окей. У вас есть 24 часа, чтобы... Соник. Вот там. Вот а Соник, Соник. Окей. Тейл взял диско фейс. Окей, окей, я ничего не знаю, кроме... я не знаю, что сделать, кроме того, чтобы говорить это слово «паразит». Окей. Подождите, Соник. Крейзи, подождите. Короче, встреча с президентом. Соник и президент. И вот они, в принципе, где-то... Где-то очень где-то далеко. Люблю говорить о некоторые строчки из своих песен на видосиках. Так. Так. Хайден. Спрятанная база. И мы опять за Тайлза, блин. У него самые неудобные управления, хотя... Блин. Бац, все. Ой, капец. Смотрите, какая тут движуха. Тут надо вот, чтобы всякие эти платформы были, опускались, точнее. Надо на них этим стрелять. Так, вот в бомбы, точнее, надо стрелять. Во, видите? Так, стреляем в стенку.
Так, блин, я уже одних друганов тут вижу. Давайте лучше их попробуем вот отсюда, пока они нас не видят, расстрелять. Блин, как будет такое это сделать? Во, все, фух. Ебой. Найс. Найс, найс, стрелять в того, пока кто-то от тебя не видит. Так, короче, вот докуда я дошел. Давайте-ка сейчас... Блин, уведомления хорошо видно. Теперь, может быть, лучше мне с той стороны снимать? А, ладно. Интересно, для кого еще жиза во время летсплея все время уведомления? Соник, блин, это как ты, блин, сейчас готов орать, Соник. Так, если что, я заново начал, и у меня уже лучше получается, так как я понял тактику. Просто вот так тупо дрочишь на вот эту кнопку Кей, на кнопку стрельбы, и всем, в принципе, хер-то дрочишь. Жестко так. Окей, тут у нас колечки. Это не может быть плохо. А вот то, что тут... Вот сучки обезьяны, вот эти вот, это уже херово. Так, вот эти ящики, надо вот так стрелять в них. Да, опять звук пропал, то, что интернет на время пропал, но потом он снова, короче, появился. Вот такая вот херня. Ня-ня. Сейчас. Сорян, что сопю, но сопю случайно. Окей. Дальше сюда. Сюда. Лабиринт этот гребаный план. Ура, ура, ура. Но с одной стороны, если тут третий чекпоинт, то не совсем ура, так как это значит, что уровень будет длительным. Блин, скей. Фух. Найс. На тебе, фух. Так. Вот бы не упасть. Вот бы не упасть. Так, вот я сюда пришел. Тут... А, хотя все так же, да. В принципе, логично все. Блинский! Блинский! Зато звук появился. Нет, я сейчас опять упал по тупости. Все заново, ёшкин дырын, матрёшкин, сука, падла. Так, пацаны, вам не знать, как я бомбил. Пацаны и чувихи тоже, да. Ну, я, короче, одна жизнь. Мне фартило некоторое время, фартило. И в итоге, о, блин. Господ, которого, наверное, не смиловался. Ура, блин. Кстати, напишите, вы верующие или нет? Мне интересно. И ранг Е. Да, ранг Е. Е-аный игрок. Да, да, вот такой вот я. Ранг Е. Е. Е, гребаный. А, блин. Ну, давайте еще что-то пройдем. Ура, Соник, блин. С Соником будем сейчас играть. Соник. За Соника сейчас играть будем. Наверное, мы будем сейчас играть за Соника. И, наверное, опять получим в жопу, а точнее нет, в рот от Соника, да? От всех, кто тут будет, да? Что это за глаз? А, хер с ним. Зачем нам трогать какие-либо глаза, в принципе?
Вот вы когда видите человека, обязательно трогайте его глаза. Нет? Ну вот, именно. Так, туда нам не пробраться. Так как мы уже тут. Что это за часы? Так, тут ее. Как у нее, кей, что ли? Что делать? Блин. Так. Опа! Клёво. Тут как фух. Прикольная, кстати, фишка. Так, в огонь, наверное, не надо. Огонь нам сейчас подожжет пукан. Блин, я вот сюда попал. А, давай сейчас. Есть. Клёво-то как. Бич. Бич, run to the hole slow. Йоу. Мини-омега название. Как там его, я не помню. А знаете, слово, оно все нахуй. Потому что... Это кобздец просто. Это просто кобздец. Будем бомбить в следующей серии. Причем будем бомбить над двумя играми, так как мы начинаем еще прохождение Undertale, да. После Deltarune мы играем в Undertale. Прекрасно просто. Но в любом случае мы будем играть в Undertale. Почему бы и нет? Да? Конечно, почти все уже нахер прошли эту игру, но одни-два ютубера меня вдохновили на то, чтобы я тоже прошел. В принципе. Всем пока, ребята, соседи, хейт и песос, с вами как всегда Михост. Ставь свой большой лайкос, подписывайся на мой канал, ты там увидишь очень клевый видос. Также обязательно посмотри прошлый видос, подпишись на мой ВКОС, ВКОС, на Фейсбукос, не забудь тоже, ребятос, там где называюсь Меха, просто Меха и Пуш... Пушок ОС в скайп. Ой, фу, блядь, в каком скайп? В ВК. И Миха Пушков ОС в Фейсбуке. Только без ОС. Вы поняли? Я специально отделил ОС, а то вы подумаете, чего? И правда так. Ну, конечно, всем пока.